Сообщение об сгорании в гаражном кооперативе поступило в 23 часа 18 минут. На место происшествия выехали 4 пожарных расчета из Центрального и Хостинского районов. Возгорание началось в одном из жилых гаражей, по предварительной версии, из-за несоблюдения техники пожарной безопасности при использовании печного отопления. Затем пламя перекинулось на соседние боксы. В результате огнем были охвачены 4 гаража. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Потушить пожар удалось почти за 40 минут. Пострадавших нет. Гаражи состоят из шести гаражей. Четыре гаража горела кровля, и в одном гараже горела комната на втором этаже. Два гаража спасли, и все первые этажи спасли. Ну, эта площадь, вот где-то посчитали, приблизительно 8 миллионов рублей. Гаражи очень сложной планировки, они не были сданы, и поэтому шли ремонтные работы, и люди делали там ремонты себе, и поэтому 8 миллионов.